По всей Беларуси проходит акция «От всей души». У нашей области урочистое открытие отбылося у Могилевском кинотеатре «Радима». Нагадаем, эта доброчинная акция для пожилых людей проходит у два этапа. Почалася она с эстафеты «Новогодний настрой», где волонтеры разных возрастов помогали ветеранам подрыхтоваться до свята. И вот марафон добрых справ протягивается. Доброчинная акция «От всей души» до сподобы пришлась у всем поколениям. Еще активнее стал развиваться формат «От детей пожилым людям». Молодежный парламент, профсоюзы, установы культуры, громадские организации подрыхтовали шерог теплых новогодних сустрэч, а центры социального обслуговывания постоянно пропановывают занятки у разных объединениях по интересах. ФОК, что зал предоставили, раз в неделю занимаемся с удовольствием. Так что все хорошо, мы довольны. Спасибо. Нам всегда идут навстречу, помогают, понимают. И это очень приятно. Первые дни Нового года организовали такое мероприятие, поздравление такое. В течение всего года мы всегда чувствовали поддержку нашего руководства. Получали на предприятиях пособия к дню пенсионера, получали всякие подарки от своих предприятий. На урочистость у кинотеатра «Радима» запросили ветеранов працы, которые активно удельничают у разных громадских мероприемствах, а еще сами являются волонтерами и оказывают допомогу своим ровесникам. И это очень важно для нас, для всех. И важно для каждого ветерана. Они нужны, они активны, они нужны в молодежных аудиториях, они нужны в трудовых коллективах, они нужны в гражданско-патриотическом воспитании. И действительно, сегодня это оплот и основа нашего государства. Акция «От всей души» зародилась летось и одразу отримала народный характер с доброй традицией новогодних святов. Молодь максимально организована у клопоте до старшего поколения, как у гэтые дни не засталося ни водного одинокого сердца. Татьяна Сергейчик, Александр Тарасов, «Новини региона».